Показать, какой ширины нужно делать лямочку. Все зависит от, у меня вот есть такие застежки, это тоже ленивая застежка. В практике показала, что ленивая застежка очень удобна. Ну, как бы я уже другую себе даже не поставлю, потому что не нужно там наклоняться, что-то как-то это оп, зацепил и пошел дальше. Длина тоже регулируется тем, что переставляется, ну, дальше по дырочке, дальше ближе, ну, то есть как хотите. Здесь у меня были более широкие застежки, здесь у меня получаются более узкие застежки. И здесь почему я еще делала более широкое и искала широкое, потому что вот эта полоска, которая у меня здесь есть, она вот, кстати, выкройка этих босоножек. И одна еще доклеивалась. Как видно, что это весьма произвольно все. И они, ну, как бы по моей идее, вроде бы они должны быть одинаковы по ширине. Ну, для меня казалось так, в общем-то, логично, что если эта лямочка будет слишком тонкая, то мне казалось, что это будет не так красиво. Хотя, в принципе, наверное, без разницы, но это вопрос, как говорится, художник видит так. Поэтому я буду делать вот тоньше этой, то есть лямочка, вот эта застежка будет, застежка у меня тоненькая, и поэтому будет достаточно тоненькая вот эта лямочка, которая будет застегаться. Поэтому, возможно, вы сразу продумайте этот момент, возможно, сразу купите застежки, потому что вы можете сделать, они существуют определенных размеров. И если вы задумаете какой-то свой размер, сделаете, уже вклеите, а потом купите застежку, вы поймете, что вы прогадали с размером. Поэтому лучше, если застежки будут заранее, вы будете об этом знать. Потому что на тех босоножках я столкнулась с такой трудностью и еле нашла застежки, которые были мне нужны, ну, моего размера, чтобы они и помещались, и ну, либо можно даже будет так там уже тут немножко сделать. Ну, в общем-то, дело хозяйское. Это полет фантазии. Хуже точно не будет. Теперь еще раз нужно все проверить, чтобы все размеры, все выкройки, все были правильные. И только после этого вырезать. А, вот эти вот лямочки мы вырезаем, чертим и просто под линеечку и строительным ножом просто вырезаем. Просто вот. Вот так вот ложится, отмеряются сантиметры и линейкой, и прочерчивается строительным ножом. И, в общем-то, таким образом делаются две сразу такие эти лямочки. В общем-то, нужно обязательно все еще раз проверить. Соответственно, если сюда что-то добавляли, то, соответственно, нужно здесь что-то добавлять. Лучше не поленитесь. Может быть, что-то наново перерисовать или еще какие-то детали, чтобы потом не было слез, что кожи нет, босоножек нет, а так все хотелось. Ну, в общем-то, дальше буду показывать. И еще, вот видите, у меня здесь, ну, в принципе, везде такие, ну, плавные изгибы, то это все вырезается ножницами по коже и такими мелкими движениями, не доводя до края, чтобы это было ровно. Потом покажу, как все же нельзя срезать так, чтобы было это прям, ну, в идеале, как на производстве, потому что там, во-первых, могут подгибать. Я не подгибаю ничего, потому что, ну, это нужно будет потом прошивать либо вручную, либо на машинке. Я хочу просто сделать вот склеить их и все. Я по прошлому году, меня все устроило. Вот. Необходимо все еще раз проверить. И также вот эти вот части.
эту часть, этот сантиметр нужно будет сбрусовать, утончить. Ну, многие части нужно будет сбрусовать, я потом покажу. Здесь тоже есть припуски наши, здесь уже есть припуски на подгиб. Здесь тоже частью сбрусовывается, чтобы утончить. Потому что здесь вот я все сбрусовывала. И вот здесь сбрусовывала, все сбрусовывала для того, чтобы утончить. Вот, потом я покажу, как сделать более ровную вот эту вот часть, потому что все равно срезать очень аккуратно, без каких-то зазубрин и так далее, это невозможно. Я потом сделаю видео, как я буду это делать, каким способом, какой уже пробовала. Но это будет в следующем видео, когда я уже к этому вопросу подойду более детально и близко. Пока все.